Чужие дети могут стать родными. Семья Абдрахмановых – живой тому пример. Недавно супруги усыновили уже второго ребенка. Шестимесячный Арлан за месяц до Дня защиты детей обрел маму и папу. Семью с пополнением поздравил наш корреспондент Амина Смакова. Солнечный круг, небо вокруг. Уже прошел месяц, как маленький Орлан стал членом своей новой семьи. К дому он быстро привык. На ходунках ребенок исследовал его вдоль и поперек. 3-4. Солнечный круг, небо вокруг. Назгуль и Ержан Абдрахмановы 11 лет пытались завести ребенка. На счету супружеской пары десятки медицинских обследований и лечений. Однако стать родителями им так и не удалось. Мы с мужем уже женаты 11 лет. И по медицинским показаниям я не смогла забеременеть. То есть долго у меня было лечение, я проходила. Потом мы собрали деньги, мы ездили на искусственное оплодотворение в Алмату. Два раза попытались, но ничего не получилось, и с этого момента мы решили уже как бы об этом думать, усыновлять. Конечно, это не сразу к нам пришло, потому что очень много было сомнений. После долгих размышлений супруги решили усыновить ребенка в детском доме «Батагоз». Так в семье появился первый ребенок – Арсен. По словам Назгуль, она посмотрела на малыша и сразу поняла, что это ее ребенок и ничей больше. Первого ребенка Арсена мы усыновили в 2011 году. В апреле месяце мы пришли, первый раз его увидели, и с этого момента мы его стали посещать, и он стал к нам привыкать, мы к нему стали привыкать и приняли уже окончательное решение усыновить его. С шестимесячным Орланом получилась несколько иная история. Братика пожелал Арсен. Именно благодаря ему в доме появился еще один ребенок. Второго ребенка мы вообще не планировали сразу усыновлять. Это была инициатива нашего Арсена. Почему? Потому что у нас очень много племянников, с кем он дружит, общается, и у всех практически есть братья, родные, сестры. И он говорит, мама, говорит, почему у Мадиара есть там сестренка Айка, у Амира есть сестренка Исмина, у меня никого нет. Ну, то есть вот так вот. И мы стали уже потихоньку об этом задумываться. Семья Абдрахмановых на этом останавливаться не собирается. Супруги планируют усыновить еще одного ребенка. Девочку или мальчика пока еще не решили. Ну, мы вообще планируем, мы не останавливаемся на двоих. Нам как сестренка нужна. Счастливая мама советует другим парам не бояться усыновлять ребенка. Подарить семью сироте не так сложно, а вот счастье от материнства или отцовства – это на всю жизнь. Ну, я хочу пожелать женщинам, которые желают или на пороге своих желаний вот усыновить или удочерить ребенка, хочу пожелать, чтобы вы не беспокоились и не боялись. Почему? Потому что первый шаг, он всегда сомнительный, всегда страшно, всегда боязно. Но я думаю, что рядом с вами, если есть близкий человек, супруг, если есть родители, родственники, я думаю, что они поддержат в этой ситуации. Возможно, после сегодняшнего репортажа многие дети смогут обрести семью. Ведь, как всем известно, чужие дети могут стать своими. Амина Смакова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.